Жители района вышли на митинг в парк 300-летия. Горожане пытаются защитить прилегающий к зеленой зоне участок от возможной застройки. Митинг активисты пытались организовать гораздо раньше, однако город согласовал для проведения только рабочую субботу 20 февраля. Несмотря на это, выразить свое несогласие с застройки вышли больше 500 человек. По данным активистов, на участке почти в 4 гектара, прилегающем к парку, с северо-запада готовится возвести частный больничный комплекс. Изначально парк, согласно нормативным актам, должен был быть от стадиона «Приморец» и до Приморского шоссе. Вот, как мы видим, стоит Питерленд, там идут стройки. Вот, но то, что можно спасти, мы еще пытаемся спасти. Больницу можно построить и в другом месте, если такая нужна. И совершенно не обязательно такой участок отдавать под больницу. Прежде чем организовать митинг, жители Приморского пытались защитить парк с помощью петиции и участия в общественных слушаниях, но результатов это не принесло. Итогом этой встречи стала резолюция с требованием изменить назначение оспариваемой территории с деловой на зону зеленых насаждений. И это, по мнению жителей района, должно оградить участок от застройки.